Мы видели, что рекурсивные определения функций над списками, которые мы давали, очень похожи. Они часто реализуют одну и ту же схему рекурсии. На пустом списке мы реализуем терминирующее условие, на непустом списке мы реализуем следующую идею. Мы вызываем, разделяем список на голову и хвост, рекурсивно вызываем нашу функцию над хвостом, а с головой делаем, выполняем некоторую операцию. Такую схему рекурсии можно обобщить, написав некоторую универсальную функцию, которая как раз эту схему и реализует. Давайте посмотрим сначала на примеры, чтобы четче уяснить себе эту схему, а потом попытаемся написать соответствующее обобщение. Перед нами три примера функций, которые используют рекурсию над списками. У нас имеется в качестве аргумента этой функции, передается список. Функция что-то делает с этим списком и возвращает некоторое значение. Таким образом, список у нас в результате вызова этих функций, одной, другой и третьей, пропадает. SumList суммирует список. Берет элементы списка и суммирует его. ProductList перемножает элементы списка. Ну, понятно, что в этих случаях у нас список представляет собой список целых чисел. Наконец, функция конкатенации списка, concatList, она берет список списков и конкатенирует внутренние списки в единый список. Если мы посмотрим на реализацию этих функций, мы увидим, что схема рекурсии здесь одна и та же. На пустом списке у нас появляется некоторое инициализирующее значение для пустого списка, которое терминирует нашу рекурсию. В случае суммирования это значение 0, в случае произведения это значение 1, в случае конкатенации это просто пустой список. Второе уравнение выглядит следующим образом. Здесь у нас происходит сопоставление с образцом. Образец разбивает список на голову и хвост. Над хвостом рекурсивно вызывается соответствующая функция, а дальше голова присоединяется к этому результату этого рекурсивного вызова с помощью некоторой операции. Операция в случае суммирования – сложение, в случае произведения – операция произведения, в случае конкатенации – это операция конкатенации двух списков. Мы видим, что отличие заключается в двух местах. Во-первых, а схема рекурсии одна и та же. Первое место – это инициализирующее значение, которое используется для реализации конкретной функции. И второе место – это бинарная функция, некоторая операция, которая характерна для каждой функции, своя для каждой функции. Таким образом, мы можем абстрагироваться по инициализирующему значению и по бинарной операции. У нас по-прежнему будет в качестве аргументов функции список, плюс в качестве аргументов нашей функции будет передаваться инициализирующее значение, сворачивающая функция, а результатом будет некоторое другое значение. Давайте попытаемся теперь реализовать эту универсальную схему. Сначала давайте обсудим типы функции, которые мы назовем свертка. Fold. Ну, давайте назовем ее folder. Итак, какой же тип у этой функции? Ну, первое, что она должна возвращать, точнее говоря, последний аргумент, который у нее будет, это список значений. По списку значений мы должны получить результатом этой функции, мы должны получить некоторое значение. Хотя во всех предыдущих случаях у нас было А, но мы можем написать более сложную схему, более общую схему, сказав, что результатом может быть другой произвольный тип. Ага. Это, правда, наложит нам некоторые ограничения на тип сворачивающей функции. Дальше нам нужно в нашу функцию передать еще два аргумента. Одним из аргументов должно служить инициализирующее значение. Оно в каждом случае разное, но оно является возвращаемым значением на пустом списке. Поэтому тип ее должен быть тот тип, типом этого значения должен быть тип, который возвращает нашу функцию. Поэтому инициализирующее значение, оно имеет тип B. На пустом списке оно же просто и будет возвращено вот сюда. Вот. А поэтому тип здесь и здесь один. Дальше у нас есть, помимо инициализирующего значения, у нас есть
сворачивающая функция. Функция двух аргументов, которая последовательно выполняется над элементами нашего списка. Какой тип у сворачивающей функции? Ну, во-первых, это функция двух аргументов, как мы сказали, поэтому мы напишем две стрелочки. Второе соображение. А первым аргументом сворачивающей функции у нас всегда является элемент нашего списка. Поэтому первый аргумент — это тип А. В списке хранятся значения типа А. Вторым аргументом сворачивающей функции служит результат рекурсивного вызова нашей функции. В этом случае product list это будет integer, здесь sum list это будет integer, в этом случае concat list, вызванный на xs, это будет список значений типа A. Таким образом, в нашем общем случае вторым аргументом служит результат сворачивающей функции, то, что должна возвращать нам функция. Вторым аргументом служит тип B. Ну и, наконец, последнее, что является возвращаемым значением нашей функции. Куда передается результат нашей операции? Результат нашей операции является возвращаемым значением нашей функции, но другого вызова. Мы говорили про вот этот вызов, а здесь результат является, по типу должен совпадать с возвращаемым значением вот этого вот вызова concatList. То есть это тоже должен быть возвращаемый тип, тоже должен быть тип B. Итак, вот мы написали обобщенную версию нашей схемы рекурсии, точнее говоря, типа этой схемы рекурсии. Помимо двух аргументов, которые у нас были в каждом конкретном случае свертки, у нас появились два дополнительных аргумента: инициализирующее значение и сворачивающая функция. Ну, давайте теперь будем писать реализацию. Реализация выглядит довольно просто. Итак, у нас есть сворачивающая функция f, инициализирующее значение ini и некоторый список. По списку мы будем осуществлять сопоставление с образцом, потому что у нас должны быть два случая. Во-первых, на пустом списке мы должны вернуть инициализирующее значение. Оно, собственно, для этого и предназначено. Второе уравнение. Описывает нам случай непустого списка. Что мы должны сделать в случае непустого списка? Очевидно, мы должны взять и вызвать сворачивающую функцию. В данном случае у нас были операторы, но здесь она у нас использована как функция. Ну, давайте используем ее в операторном стиле. Функцию f. А каким образом мы ее должны вызвать? Мы должны в качестве первого аргумента, мы всегда передаем голову списка x. В качестве второго аргумента нашей сворачивающей функции мы должны передать вызов нашей функции, которую мы определяем, на хвосте списка, на xs. Но наша функция имеет два дополнительных параметра, однако эти два параметра не меняются. Сворачивающая функция и инициализирующее значение будут теми же самыми. Поэтому мы просто пишем вызов вот этой вот функции folder fini. При конкретных fini это даст нам конкретную свертку. И на xs. Вот перед нами реализация функции folder, которая описывает общую схему рекурсии. Давайте посмотрим, как она себя ведет на примере. Сохраним нашу реализацию, перезагрузим наш модуль. Он перезагрузился, значит, мы нигде не совершили ошибки типов, и, скорее всего, это в Haskell означает, что наша реализация верна. Давайте мы теперь подумаем, каким образом мы можем определить нашу функцию. Ну, скажем, функцию суммирования списков. Сам лист, ну, давайте вызовем ее на каком-нибудь списке. Ну, давайте простой список, 1, 2. 3. Наша изначальная версия сам лист возвращает шестерку. Давайте мы теперь перепишем эту функцию через свертку.
Нам уже не нужно реализовывать рекурсивное определение. Вместо этого мы скажем, что у нас сам лист складов, некоторый XS мы передаем в качестве аргумента. И что же у нас будет, как у нас будет организована свертка? Ну, во-первых, мы должны вызвать саму функцию свертки. Folder. Дальше мы должны в качестве следующего первого аргумента folder передать сворачивающую операцию, сворачивающую функцию. В случае суммы это была операция сложения. Мы передаем сюда операцию сложения. Наконец, еще мы должны передать инициализирующее значение. Инициализирующее значение, сумма пустого списка, это 0. Мы его передаем сюда. Ну и, наконец, мы должны передать список. Вот перед нами версия функции, которая должна работать. Ее можно еще немножко упростить, вспомнив, что мы можем писать в бесточечном стиле, то есть мы можем удалить XS слева и справа, потому что они стоят справа в последней позиции и не используются нигде более. Поэтому окончательная, наиболее короткая версия выглядит следующим образом. Давайте сохраняем нашу работу, перегружаем наш модуль и вызываем новую версию функции sumList. Она тоже возвращает шестерку. Итак, мы написали функцию folder правой свертки, через которую мы можем выразить все рекурсивные функции над списками, конечно, те, которые реализуют именно эту схему рекурсии.